А что если все драконы? Таких драконов брать не будем. Ну это вообще динозавр, это не дракон. Сейчас же не год динозавра. Динозавры вымерли, а драконы остались. 4 дракона, плюс Найк залезет в 5-го дракона. И еще у нас есть 2 дракона. Всю игру драконов ищу, нету дракона. Вот это 3 дракона, которые единственные были вообще. 3 days later. Смотрите, сколько драконов пошло. Драконы, пошли. Дракони, вперед. Давай, давай, души его, драконы. Смотри, какие драконы у нас мощные. Драконы, давай, драконы, вперед! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксаназис, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если все драконы? Тематический видосик, так как у нас год дракона, ребятки, я, конечно, не мог обойти стороной этот видос, и сегодня это будет не банальный ролик с тупо там, знаете, 5 драконов. Я здесь придумал что-то более уникальное и прикольное. Постараемся сделать у нас контент, как говорится, высосанный из пальчика, и пожелаю всем приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал, поставьте лайк за наши старания и просто насладитесь приятной игрой, ребятки. Ну что ж, начинается у нас драфт, и сегодня у нас я буду на Чене. Да, ребята, на Чене. Я не стал выбирать каких-то особо простых, там, неинтересных персонажей. Я решил взять Чена, и в этой каточке у нас будет игра на Чене. Но Чен будет необычный, в целом игра в целом будет необычная. Надеюсь, она вам понравится, она вам зайдет. И, конечно же, Гнайкса сразу. Там по чуть. Чена не возьмут. Во, вместо Вайпера что-нибудь возьмете. Так, хорошо. У нас Найкс. Окей. Сейчас что-нибудь как-то сбалансим пик. Вместо Вайпера что-нибудь также сбалансим. Ничего страшного. Но Вайпер у нас в пуле по-любому должен был быть. Возьму ДК. Хорошо. Виверна, Скай, ТХД, Виверна, Скай, ТХД. Что у нас еще есть драконистое такое, ребятки? Верно. Скай, ТХД. Фен не дракон. Хорошо, фен не дракон. Дядь, так, окей. Ну, вайпера забрали. Это, конечно же, плоховато на самом деле. Потому что будет не очень хорошо. Феникс не дракон. Не хочу на Найксе, дай Скай. Скай берите. Пусть третий чел на Найкса сядет тогда. Сможет же в дракона залезть потом. Хорошо, ребята там напикивают. Ну, я беру Чена, мне, в принципе, нет смысла что-то тянуть. Винтер, да. Винтера можно. Винтера можно еще до кучи. Хорошо, ну, в общем, немножко пошло не по плану изначально, но в целом пойдет, пойдет. Ничего страшного. Взяли там тоже еще. Хорошо, Винтера. Винтер. Петухи не нужны в команде. Хорошо. В общем, каточка, надеюсь, будет интересно. Уже начинается у нас, да, уже... Начинаем чувствовать, что уже, в принципе, какой-то фан. Я думаю, вы уже поняли, да, саму идею. Найк залазит в дракона, берется 4 летающих дракона, и все это направляется по одному лайну, где одни драконы. Найкс у нас будет служить в роли аур, и, соответственно, это будет, ну, прикольно, прикольно. Главное, чтобы у нас ДК немножко подфармил тоже, Винтер, чтобы хорошо подфармил, и в целом, ну, получилась прикольная, интересная каточка. Но, как говорится, всем приятного просмотра. И поехали. Моя задача крайне простая. Это тоже аккуратненько выфармить аганим. Аккуратненько подпушивать. Все будет огонь. ДК мид. ДК мид идет. Хорошо. Пусть ДКшка идет мид. Винтер на сапе немножко. Пусть побегает. Твинхед соло. Соло выйдет. С Новой Годой. С Новой Годой. Да, кстати, у нас здесь будет спам. Дракони вперед. Вот так вот напишу. У нас тут будет небольшой спамчик фановый. Это дракони вперед. И, конечно же, ну, я думаю, это будет дракони вперед. Дракони вперед. Хорошо.
Кто-то по-любому напишет комментарий, а чё это там, Ченджи не дракон, зачем Чен берешь? Не, ну со Слардаром тут шутки плохи, Слардара я побаиваюсь на самом деле, нафиг он нужен здесь. Слардарикса. Он не нужен здесь, Слардарикса. Ну, Найкс у нас соберет все, что нужно. Чтобы файтить, там пик. Пик неприятный, надо будет перехватывать. Ну, я немножко пофармлю в лесочке. На ченчике. И дальше будем продолжать. О, жуманакс, найс, неплохо. Хорошо. И дальше будем продолжать что-то овнить. Тут можно будет, внизу можно будет, кстати, лайн заовнить. Кучу вана килл сделаем. Жалко, вот здесь нет топорика, чтобы подрубить. Было бы очень круто. Со скелетами фарм очень быстрый будет. Ну, аккуратненько попробуем. Там вайпер фен Найксу будет немножко тяжеловато. Тяжеловато будет. Ну, ничего не поделать, к сожалению. Скелетики очень жестко дамажат. Они, у них огромная скорость атаки. Реально огромная, если задуматься. Реально огромная. И дэмэдж, как у крипа. То есть 24 и даже больше, чем у крипа. То есть понимаете, да, чем эти скелетики опасны? Хорошо. Если этими скелетиками правильно расконтривать, то тут можно так быстро фармить, что вообще жесть. Ну, фармим, ребят, фармим. Будем качать единицу. С этими скелетиками можно прям очень громко фармить. Есть тише фарми, а есть громко фарми. Можно даже до ДК там чуть-чуть пофармить, сейчас можно будет выйти. Хорошо. И вторая минутка у нас есть, ребятки. Кстати, нужно взять сапочек. Сапочек. Вторая минутка у нас тут. Сейчас рунка будет. Хорошо. Ну как же они душат эти скелеты. Это ужас просто. Эх, промах. Так, подожди, не добивай. Ай, добил. Ладно, пойдет. Ничего страшного. Так, ну этого я продаю, да? Продаю. Посмотрим, что у нас тут есть. Я, по идее, заблочил. Тут ничего нет у нас. Тогда берем вот этого, совуха. Сейчас лайн отпушится. Маны там он уже всю потратил. Ой-ой-ой, Винтер у нас задушили. Ванды хорошие. Тут Найкс будет тоже кушать. Красава, брат. Красава. Держит там в ежовых рукавицах у нас твинхед лайн. Ну, твинхед очень сильный, если на соливарню прям. Ух ты. А чё ДК без стана? Как без стана можно, дядь, играть на ДК? Это как так? Брат, как так без стана? Стан нельзя, получаю, что делать, дядь? Ты как хотел. Ты как хотел. Как можно без стана-то играть, ему? Ой, бро. Жесть, конечно. Хорошо. Так, окей. Фармим дальше, ребят. Как можно ДК-станчик не взять? Ну ладно, давайте сделаем так. Вот так и телепорт. Ой, там обходят, смотри. Так, давайте вот это засуицидим, наверное. Срал-драл там лоу-хэповый, да? Погнали. Вот эту штуку надо сюда. Хорошо. Тоже сдохну. Но он все равно сдох. Хорошо. Есть. Отлично. О, как он долго кастил. Вы видели? Двойной каст какой-то был. Ладно, нормально. Моя задача была это, в принципе... Выйти забрать хотя бы что-то, мне на золото надо. И зафармить лайн. Хорошо, сапог, правда. Отменил, кстати, кто-то. Ладно, окей. Ничего страшного, то, что нужно. То, что нужно. Плохо, что торнадо, это тоже нужно подконтроливать. Тем, что он мешается, там таргеты эти ужасные просто. Так, вот этих подфармим. Пойдем вардик пнем. И вот этого можно вот сюда на подслив. Хорошо, монетка, нормально. Лук на рожь. Отлично. Хорошо. На мид бы выйти помочь чуваку, потому что там... Ну, стан он не берет, он качает 1-3. Немножко непонятно, зачем? Там ребята душат, обратите внимание, оппоненты грозно там душат все лайны.
Грозные оппоненты. Хорошо. Оппоненты грозные. Я думаю, наверное, попробую сразу выйти в Аганим. Выйти в Аганим. О, хорош, задувайки еще одни. Хорошо, задувайки еще одни. Он уже некор стоит. Страдает. Но на самом деле на ДК без стана это, конечно, забавно выглядит реально. ДК без стана это забавно. ДК без стана это забавно. Хорошо. Оп-оп-оп-оп. Ну нет, ничего, дядь. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, давайте лайн, наверное, попрессингуем немного. Чуть на аганимчик, как говорится. Хорошо. Ну, такое. Такое, конечно. Помочь не могу своей команде. За орду. Главное подхилить на некре, не забывает. Так, вот этого чувака надо сюда. Этого чувака надо сюда. Хорошо, ну он может под тэшку, кстати, спокойно бежать. О, еще и фен тут. Чуть, о, рипер отдает, просто смелый рипер. Но я умер, кстати. Вообще жесть нагло. Очень нагло. Но фен не отошел. Это минус. Блин, у меня золото стоит на месте с такими мувами, которые я делаю. Но это на самом деле ужасно, потому что... Моя задача тупо фармить, и я стараюсь выходить что-то зафармливать. Они сыграли очень нагло, и я, к сожалению, ничего не имею с этого. Неужели реально проще тупо фармить? И... Ну, у меня просто раскладка персонажей, да, крипов очень хреновая, потому что вот этот задувальщик и жуманакс хорошо, и какой-нибудь там, не знаю, дамагер, и все. С этими крипами можно работать. Хорошо, ну косарь на месте просто стоит. Обычно к 14 минуте можно тупо, если фармить, тупо можно выфармить. А я пытаюсь выходить помогать, и в итоге обсираюсь. Это очень плохо. Но я думаю, мы все равно камбэчним. Все равно камбэчним, думаю. Сейчас же Монакса возьмем. Отлично. Ух ты. Он меня вынесет просто ногами вперед. Да. Да уж, конечно, жестко. Да посмотри, блочит сам себя, как будто кто-то в инвизе идет, да, видели? Жесть, бред, конечно. Конечно, бред. Странно, на него тройка не работает. Ой, как стенка не попал, дядь. Ладно, пойдет, заберут они там. О! Это комиссия пришла. Комиссия пришла. Комиссионные денежки пришли. Четыре на топе. Ну чё ты фигнёй страдаешь, дядь? Ну ты что? Пойдет. Кажется, мы проигрываем, да, ребят? Ну пока скучновато, скучновато. На чё, не хоть и стараешься помогать, но чё-то как-то... Уныленько, да? Дайте хоть полаганима куплю. Восьмая минута только. Жесть. Ну, фижу. Фижу, ребяток. Разор там убивает просто. Видимо, не на тех героев сели. Не на тех, видимо. Ну, пойдет, пока фармим. Надо желательно мне тупо фармить. Я смотрю, ничем не могу помочь ребятам. Персонажи не те у меня. Эй, ты шо? Давай вот так сделаем. Со станами попробуем что-то сделать. Замедло вообще не помогает. Замедло просто плюс амплификация вообще что-то не работает. Кентавра подсольем, наверное. Я так чувствую, сейчас опять ко мне чел на этом придет. На разоре. Нет, он фармит, там пазики есть уже. Пазики. И надо эншентов начинать подстакивать, потому что потом тяжело будет искать.
Мне нужно лайнчик подфармить. Так, сделаем. Хорошо. 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 Не успеваю. Позор там. Хорошо. Ой, как не попасть там станом, я не понимаю. Что? Помогайте, пацаны, я сдохну сейчас. Хорошо. Ну, у тебя же есть кнопки, брат? Ой, я умер все равно, 50 хп. Есть. Тройка была, все было. Что-то вообще какой-то кринж. Не жмет. Ну ладно. Опять я на свои же грабли. Опять я на свои же грабли. Нажми, нажми. Ну, короче, оппоненты могут душить. И душат. Душат, душат оппоненты. Я не могу, мне негде фармить аганим. Я, короче, беру в лесу, фармлю крипов. Выхожу, умираю, и так по КД. Что делать в этой ситуации, непонятно. Помочь команде реально ничем не могу, потому что бестолковый. Либо очень плохо нажимаю, либо просто не в таймингах. Ну, скорее всего, нажимаю плохо. Раскладка не тех персонажей. О, давайте возьмем вот этого еще. У меня будет две ауры. Буду хоть чем-то помогать. Хоть чем-то. Скорость атаки какая-то. Феникса сбили. Либо нам надо вместе постоянно, потому что они давят, да? Либо... Так, вот этих в двойку выделю. Все, погнали. Чем-то помогать. Я иду. Ух ты, там дагер уже купил, да ты посмотри. Ой-ой-ой. Жалко, кнопок нет. Ой, хорош, засолил. Вайпера. Есть. Хорошо. Вайпер вообще откуда здесь, не вкурил я. Ребята там дальше дерутся, да? Дальше дерутся. Вот таким вот составом можно фармить. Таким составом фармить можно. Пойдет. 12-я минута, даже близко к аганиму не подхожу. Надо уходить отсюда. У некро там дагер. Ну, драконам будет все равно, в принципе, на этот... На эти кнопки. Я вот здесь вот стану, чтобы экспу забрать. Пофармим чуть, все, на базу гол. Крипы пусть фармят. Мне не варик здесь стоять, потому что я чисто такая цель легкая. Тест файт берем. Хорошо. Жестко, оппоненты давят, кстати. Оппоненты давят. Молодцы. Как нам вайпера не хватает на самом деле, да? Вайпера не хватает. Там мой хил не решит абсолютно ничего. Хорошо, пойдет. О, на топ. Аганима даже близко нету. Найкс фармит. Угу. Тут не варик. Пойдем ДДшку заберем. Пойдем в эншентов прогуляемся, ребятки. Мне аганим. Тем самым и игра будет интереснее, что ребята потеют. Давайте стакнем. Хотя, если я стакну, я не смогу это пофармить. Не смогу пофармить. Если стакну, не смогу пофармить. Так, пойдет. Таких драконов брать не будем. Ну, это вообще динозавр. Это не дракон. Сейчас же не год динозавра. Динозавры вымерли. А драконы остались. Поэтому, как бы, ну, год дракона, так и драконимся, ё-моё. Так, ДК со станом. Хорошо. Есть. Ну, у меня почти аганим уже есть. Почти. Вот там под Т2 прям душит. Прям под Т2. Разора душат.
убьют, наверное, они его. Я фармлю дальше. Хорошо, почти есть. И начнем драконов собирать. Отлично. Да, гонимо копейки. Но очень долго фармлю, ничем команде абсолютно не помогаю. Оппоненты молодцы, хорошо плеят там. Хорошо душат. Не, да, гонимо чуть-чуть. Надо еще. Че, глифа у нас не было, что ли? Ребята, не жмут. Мне кажется, там два наших игрока не зря там так бычат, потому что... Мне кажется, они там вообще ничего не сделают. И зачем? Зачем там драться чисто не в равновесии? Не в равновесии, чуть-чуть там. Не то, по-моему. В таком балансе нет смысла там нажимать кнопку. Так. Хорошо, регенчик лежит. Хорошо. Низ решаются пацаны идти. Не знаю, будут ли наши драконы актуальны. Но постараемся сделать их актуальными. Там мы фармим, в принципе, все у нас ровно. Интересно должно быть. Пусть. Пятером надо. 200 огоним. 200 огоним, и в принципе можно работать. Т2 ломают, пацаны, просто там... Чисто, знаете, на победку, реально. О, один дракон уже есть. Это уже заготовочка. Один дракончик есть. Лук на рожь, делаем и все. Лук на рожь. Плюс 100 золота. Лишним не будет. Хорошо, как подарки. Вот там эти драконозавры резнулись. Что надо? Ну, поздновато будет немного огоним, но ничего. Зато потная игра. Потная, интересная будет. Потная. Плотная. Так, 50. 50 еще надо. Там ребята решили, короче, пойти задушить. Есть. Хорошо, огоним имеется, ребят. Идем, крипа еще отведем. Возьмем кнопку. Ой-ой-ой, там на вайпера нападение. Ребята, драконий вперед! Драконий вперед! Драконий вперед. Я чисто такой, с трибуны, знаете, с трибуны, болельщик. Драконий вперед. Хорошо, гоним есть, если что, ультанем. Сначала крипа возьмем, потом ультуем. Хорошо, драконий вперед. Пацанам чисто дистанционно. Дистанционно пацанам помог. Блин, големы резнулись. Големы. Ну, драконов собирать в любом случае будем. Но задача именно драконы. Хорош, ребята там делают вещи. Драконов надо собрать. Так, есть драконы там чисто. Работают. Хорошо. Я попробую, наверное, Владимир сделать. Владимирс. Этот дракон пусть фармит немножко тут. Хорошо. Найкс там ДК может зафармить, по идее. Найкс ДК может зафармить. Давайте, наверное, кратенько пробежимся по моментам, которые касаются именно чена. Огоним и тому подобное. В общем, с аганимом у вас появляется возможность переручать эншентов, и, соответственно, мы возьмем 4 дракона летающих. 4. И будем стараться, конечно же, четвером. 4 дракона, плюс Найкс залезет в 5-го дракона, и еще у нас есть 2 дракона. Они позволят нам, конечно же, добиться крутых результатов в этой катке. Интересных, фановых.
Все-таки я, наверное, сделаю Володьку. Пусть будет. Пусть будет Володька. Не заблочь, не заблочь. Хорошо. Нет, дракон, это не то. Это не то. Это не то. Пока соберем, конечно, драконов, это будет... Миллион лет пройдет. Надо собирать почти все равно. Хорош там. Наряжает елку. Хорош. Вот так сделаем. Немножко подвалим. Но ребята там сами душатся. Я пока пофармлю. Что я, в принципе, всю игру и делаю. Чтобы драконов собрать, нужно... Нужно как-то это... Время, что ли? Пойдем попробуем во вражеском лесу поискать. Эти тут пока душатся пусть. Хорошо. Нет, тут нету. Ну, стакнем тогда. Стакнем. Опа. Ищем. Если есть дракон, то хорошо. О! Найс, второй. Отлично. Отлично. Пойду на наши кемпы. На наши кемпы пойду. Так, вот этого вот сюда. Все, идем на наш кемп. Что там у меня есть? Есть масочка. Есть масочка. Так по чилу, на самом деле, хожу, драконов собираю. Чисто мамка драконов. Мамка драконов я. Что тут у нас есть дракон? Нет, тут голем. Давайте пока временку сделаем. Голема временного чисто. Чисто временно голема возьмем. Пусть будет. Временно голема сделаем. Сольем его, если что. Сольем, если что. Хорошо. Так, дракончик. Так, стоп. У меня сколько? Три. Вот это четвертый. Хорошо. Есть. Голема чуть подсольем. Голема надо слить, он нам не нужен. Нам нужны только драконы. Хорошо, этих драконов соберем здесь. Где-нибудь пусть в лесу пофармят. Есть. Володька, в принципе, тоже уже имеется. Володька имеется. Так, есть. Ну, ресипи, как обычно, полетел куда-то там. Жесть, три дракона есть. У меня три дракона, только один голем. Големам помогу чуть-чуть. Оп, не заблочил или заблочил? Блин, сам себе заблочил, пока контролил этого голема. Вайпера помогу задушить. Отойдем. Тут дракончики у нас есть уже. Душат пацаны, там разор душит. Разор душит. Поспал на, поспать на 70. Эй, это те роклеры. Когда там можно же Володьку свою принести? Хорошо. Окей. Есть. Три дракона есть. Давайте возьмем, наверное, попробуем грифсы сделать еще до кучи. Грифсы до кучи. Драконий вперед. Что тут у нас выпадет, интересно? Дракончики нужны. Эй, не те драконы, да. Не те вообще. Слардар с мекой гриф сделает, наверное. С мекой. Три дракона пока что. Прилетели драконы, честно. Хорошо. Жесть, они там поливают нормально. Хорошо. Отлично. Ждем рез. Внизу фарм. Надо найти еще драконов, а можно...
Ча, еще два дракона. Найкс в него и подеремся. Хорошо будет. Чисто там драконы летят. Опасно. Так, ну голем. Ну ладно, возьмем пока голема. Подеремся с големом. Приемный. Один приемный. Пока с големами подеремся. Хорошо. Некор там душит. 300 тысяч догонов там у него. Фига себе, мощь. Догон у некро, да, это плохо. Причем 5-й левел почти. В принципе, задушим, я думаю. Задушим именно. Хорошо. Так, голема к батьке. Отправим. А сами идем сюда. Да, там Роша, кстати, выходил. Роша выходил, кстати. Да, не то, что мне нужно. Фарми, дядь. Так, эти големы. Не големы, драконы. Блин, как долго, да, драконов искать? Это на самом деле очень жестко. Очень жестко. Долго тогда. Очень долго. Кстати, на моих крипах метка, по идее... А, нет, также 30 секунд. Найс. 25. Че, подраться хотите? Там мейки. ДК ворвался. Ну, гоу, подеремся. Че поделать? Че поделать? Или не будем драться? Драконий вперед или нет? Драконий вперед! А сами убегают, короче. Давай, вот этого туда его. Хорошо, и некро туда же сейчас. И слардара туда, сейчас всех туда. Давай ему вот эту кнопку, дядь. Хорошо. Туда его нафиг. Драконы вперед! Нет, драконы назад, походу, да? И сжигает просто. На некре просто тупо сжигает. Пацанянок. Вот такой хитрый на некролайте, короче, парень. Ну, имба, некор это имба, по сути. Жесткий герой. Жесткий герой, некор. Некор жесткий герой. Да, идет за рампагой, что ли? Ничего себе. Я уже убежал, дядь. Я уже 300 раз убежал. Уже 300 раз убежал. Так, у меня есть полмеки. Полмеки есть. Пойду. Дасты возьмем. Дасты взял. Хорошо. Мне главное этих драконов не растерять. Ребята, реснутся. Что-то драконов душат, да? Ну, год дракона мы все равно тут должны выиграть. В смысле душат? Не варик вообще проигрывать. Ребят, что за дела? Я без варика. Так, драконов я не могу собрать. Хватает. Драконов не могу собрать. Че, думаем попробуем? Думаем попробуем. Ну, мне кажется, вот того можно. Слардары. Радики. Поехали. ГБ. Дефить. На дефи примем. Дракони там душат. Ну, пока сосируют, на самом деле. Догон, некр там. Ой, силач. Да ты посмотри на него, какой мощный. Че там за драконы есть? Нет? Я вот схожу, всю игру драконов собираю. Это просто жесть. 29-я минута, 7 секунд ресурса. Фига себе.
Так, окей. Плюс. Пойдет. 70 секунд. Так, опять. Да нету драконов, блин. Всю игру драконов ищу. Нету драконов. Вот это три дракона, которые единственные были вообще. Больше нету, реально. Так, ну что, у нас есть небольшая проблема. Сильный, очень опасный Некролайт, у которого там 20 фрагов. 21-33. Они доминируют, кстати, оппоненты. Ну, что, у нас Чен Абуза, реально, он... Вообще его, что он есть, что его нету, немножко идет пока не так, как мы задумали, потому что что-то как-то с фармом и все туго, и драконов нету, что-то вообще все на самом деле печально. Блин, меня бесит, что они друг на друга блочатся, не дают пройти. Вот эта вещь вроде отключена и нормально должно быть. Так, ну от дефа. От дефа газанем, я думаю. Драконы пусть по низу пробегутся. Что там у него? Пол этого есть. Найкс Радик, сапог. У этого тоже тут мека. Аркан. У него слоты, как у меня, в принципе. Только у меня еще Аганим. Еще Аганим. Хорошо. Срал-драл идет. Драконий вперед! Ходим. Хорошо. Некро, некро можно, кстати. Некро, драконий вперед. Вот так вот. Туда его. Драконий вперед. Смотри, улететь хочет. Хорош. Ой, бро. Драконий вперед. Даст и есть, брат, не переживай. Вот так вот. Умею, практикую. Ой, бро, что там, нету драконов? Да что ж такое-то? Где драконы-то? Где драконы, ё-моё. О, все, добрый вечер, как говорится, Хиназин записал видосик. Все, на этом достаточно, ребятки, на этом достаточно. Привет, как говорится. Привет, интернет. Да что такое? Ни одного дракона нету. По низу бы. Вообще ни одного дракона нету. Найксу дракона надо. Найксу дракона надо. Мейка есть. Дядь, я грифс хочу. Хорошо. Хорошо, три пятерочки. Ну я продам тогда меку, если там грифсы есть. Да нет, такое не надо. Б. Драконов нет, видели? Опять там даже ресы с драконов нет. Просто жесть. Какая-то ужастик. И тут тоже нет, тоже нет. Просто ужас какой-то. Так, окей, мека, да? Там что там, рецептов столько? Мека, грифсы, там ужас. Да-да, что-то сделаем на этот, на ауры. Барабаны есть, что-то еще сейчас придумаем. Ждем, драконы еще не все собраны. Я продам. Продам. Ничего страшного. Сейчас скрипа тут найду. Так, мека ресипи есть. Окей, я продам тогда мека. Есть, грифс не буду делать. О, хорошо. Ура. Еще один. Для Найкса. Еще один для Найкс. Наверное, я сделаю глиммер себе. Хорошо. Пойдет. Что-то пацаны пошли с Аегисом, короче, в атаку. У них ничего не получилось, да? И они такие, не, мы, короче, фармить, ну нафиг. Хорошо. Так, есть 4 дракона. А потом там драконы будут идти вперед, это просто ужастик будет какой-то. Давайте сюда их немножко сместим. Хорошо. Так, вот так делаем, вот так делаем. Вот так, хорошо, есть. Берем глимерочек.
Гримрочек, гейм, ТПшечку и поехали. Давайте напишем ДНДшку, а то всякие вот такие вот пишут. Ребята, даже прочекать можно аккаунт. Яд, статс, яд, вот. 1.6 КДА, там, 5.2, ребятки, вот такие пацаны пишут, что я рак. А вот теперь прочекаем. Когда я не парюсь, не апаю статистики, вот такая вот у меня статистика. 5.2, 9.200, без бонусов. Без бонусов. Что там, дракон? Во, во! Готово, поехали. Уходи, дядь, оттуда. Все, драконы готовы. Драконы готовы. ГГВП. Беги, дядь. Беги. Беги, брат. Беги. ТП аут. Какой ТП аут баш вылетит. Все, мы готовы. Мы готовы, ребят. Тут деф надо. Кирасу еще. Найс. Хорошо, драконы готовы, драконы все в сборе. Ребят, драконы все в сборе, хорошо. Дайте их зафармим сейчас. Ох, как дамажит сплэшем, прикиньте, какая массовка у нас есть. Дракони вперед, дракони. Давайте вот так сделаем сразу. Хорошо. Нетсер, смотрите, нетсер на меду. Смотрите, сколько драконов пошло. Драконы, пошли, чекайте. Драконе вперед! Давай, давай, души его, драконы, смотри, какие драконы у нас мощные! Драконы, давай, драконы вперед! Ой, смотри, какой пришел страшный, большой! Драконы вперед! Ой, хорош! Как же мы душим! Это жестко, смотри, сколько драконов на меду! Ой, бро! Жесть, это, ну вот это то, что я именно и хотел. Смотрите, смотрите, что делается с тавром. Оп, отойдем. Хорош. Смотри, сколько драконов. Я управляющий драконами. Смотри, как его разорвем сейчас. Ой, драконы в перде просто. Хорош. Вот то самое, то, что нам нужно было. Все, уходим, Б. Хорош. Арканчик, наверное, тоже продадим. Арканчик продадим. Знаете, что сделаем? Тревел, наверное, да? Давайте сделаем тревел. Хорошо. Драконы, чисто смотрите, идут опасные драконы. Тревел купим. Разберем, наверное, для начала. Вот так вот. Energy booster. Тревел, хорошо. Драконы в перде. Может, ауру какую-нибудь дамага возьмем через доминатор? Как думаете, ребят? Через доминатор. Или какой-нибудь хекс для некролайта. Или некрочей для скорости атаки. Некров сделаю. Некров. Некров для АС надо бахнуть. Точно мои настоящие родители. И такие этот твинхед летает вместе с драконом. Пайп давай. Так, пайп, у нас иммуны. Нам все равно на магию. Так, хорошо. Вот это вот так сделаем, вот это вот так. Намного удобнее будет раскликивать. Ну, дракон нормально по 10 дэмэджа. Go Т2. Let's get on with it. Yes. Т2. Кримсон можно еще. Кримсон. Так, у нас там вон дракончик летит. Хорошо. Блин, у них на самом деле мало дэмэджа, но по кайфу они сплэшат очень хорошо под амплификацией. Давайте, кстати, даггер купим. Пока с даггером. Чтобы можно было как-то зацепить, прыгнуть, красоту навести. Отправим душить Тэшку. Хорошо. Они ломают очень здраво, эти дракончики. Так, подлетел аурерный. Хорошо, драконы вперед.
Ломаем. Ой, как же они ломают. Посмотрите просто на этих драконов. Вайпер инвизный. В спине там у нас, да, что-то непонятки какие-то. Хорош. Хорош. Драконы сейчас зайдут вперед. И драконы вперед, пацаны. Опа. Хорошо. Тэшку сломаем нормально. Ой, сколько драконов на хайграунд зашло к оппонентам. Это просто жесть, страшно. Просто посмотрите на это. Так, я тут в глимерочке спрятался, если что. Жесть, как они ломают. Они не знают, что это, что вообще делать с этим. Вообще не знают, что делать. Да ультани. Хорошо. Пойдет. Что с драконами с этими не так? Жесть. Что там? Что за какашка? Кримсон Гвард. Что за какашка? Ой, у нас там ребята дерутся. Что это за какашка там? Б, парни, гоу. Го Б. Го Б. Какая-то какашка. This item do not belong to you and is muted. Что вообще за какашка? Какашка какая-то, реально. Какая-то какашка там. Чисто какашка. Так, ну драконы, наверное, все, get back. Парни, go back. Что за какашка? Почему? Сейчас нормально нарисованы. Что это было? Ребята, обязательно пишите комментарий, как вы думаете, что это была за какашка и что она вообще делает, непонятно. Очень забавно выглядит. Ой, бро. Дракони! Ой! Дракони, вперед! Жесть, ты что за какашка, хреном пойми. Че, да вот пора им их на базу драконов, пусть немножко почилят, подрегенятся. Тут в тепле жопа, нормально зарегенятся, и я их присумую не обратно. Хорошо. Смешная какашка. Ой. Жесть. Че там, где Найкс? Найкс, го на базу. Там ДК на самом деле один из сильнейших драконов у нас тоже. Он очень мощный. Это папа у нас просто. Папа-дракон, вот он бегает. Папа-дракон это у нас. Вот он очень сильный. Какашка, как это реально нарисовано. Хорошо, драконы есть. Драконы душить. Они очень жестко, если вместе поливалку делают. Очень много дэмэджа наносят. Так, тут у нас големи. Пумик. Че там? Ну, Некролайта передушили всей толпой. Всей... Дракони повер, ребятки, 24-й год. Драконы в атаке просто уничтожают. Ну, какие тут должны быть еще сомнения или еще какие-то вопросы? Потому что, типа, ну, не должно быть никаких сомнений, никаких вопросов по поводу того, что дракони вперед и все. Сейчас под амплификацией разнесем. Хорошо, как же жестко душим. Пошли отсюда. Норм. Зашли драконы вперед, ребята, поехали. Хорошо. Пусть ДК берет или кто? ДК нету. Винтеру. Пусть Винтеру возьмет. Эй, зачем сломали? Эй, сломали. Фига тут драконов у нас. Винтеры опасные у нас. Че, по топу идем? Топ Г. Дракони. Дракони в атаку. Что там хотите? Смокеичи есть. Я без смок, правда. Драконов туда отправим, погнали. И такая суета, если честно, вообще не понимаешь, что происходит. Вообще не понимаешь. Не понимаешь, что происходит. Дракони вперед, чисто. Сколько драконов. О, еще манту мне бы собрать. Ченов много. Зачем? Манта, че? Смотрите, сколько драконов. Это жесть.
Ужас прям. Какой-то ужас. На самом деле, для оппонентов это прям ужасно выглядит, я так думаю. И он взял иллюзии, еще форма там, жесть. Манта стайл сейчас откатится у него. Драконий вперед! Посмотри, сколько драконий! Ой, ну как обычно, ребят, сорян, если у меня залагало... Я сейчас позвоню после этой каточки интернетчикам, почему такой плохой интернет. Надеюсь, меня сейчас не выкинет, потому что это вообще не то. Ну давай, там драка идет, драконий в перде. Ну лагаю, 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 сорян, ребят, лагаю, лагаю. Лагаю, стою, сори. Лагаю. Жесть. Хорош. Смыли просто, пацана. Дракони вперед. Дракони. Жесть. Ну, сорян, лагал, стоял, ну как обычно. Да, сейчас действительно интернету позвоню. Время-то не позднее, я видос пишу сейчас. Сейчас 5 часов вечера. Хорошо. Дракони вперед. Хорошо, дракони вперед. Ох, сейчас сбреем просто. Драконий вперед! Драконий вперед! Нет, царь, байбек. Если вот этого попытается драконий убивать, мы как задушим. Надо еще подсейвливать, ребят. Давайте вот здесь сделаем. Тэшку, тэшку, ребятки. Они не знают, что с нами делать просто. У нас такая пауэр на самом деле, это ужас просто. Пауэр мощный. Там ДК пошел душить. И Глиммер не успел. Промискликнул на самом деле. Там лют. Дракони вперед! Вперед, дракони! Хорошо. Ну, короче, ребята. 2024 годом, с годом дракона. Всем пожелаю хорошего настроения, хорошего года, чтобы ваши желания, ваши мечты, которые вы загадали в канун Нового года, да, чтобы они сбывались. И вот эта каточка, она была символом этого 2024 года. Знаете почему? Потому что вначале тяжело, а потом вот такой вот исход. Ребятки, поэтому спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно поставьте лайк. Спасибо всем, кто его посмотрел. И всем пожелаю удачи и хорошего настроения, ребятки. На этом все, ребятки. С вами был Ксаназис. И до скорого. Драконий, вперед!